Что? Дальше, дальше, да, все нормально. Так, значит, вот все пошли на мансцену, где там нет перемены больше? Когда следующая перемена? Нет, есть переход, обычаи, они все звычаи, и у нас переход на яркую авансцену. Ага, понятно. Тогда, Марин, ты когда я тебе говорю стоп, ты с этого же места дальше и начинаешь. Ты сейчас можешь с этого же места дальше пойти? Я нет? Ребят, вы снабдите ее каким-то звуком, невозможно так разговаривать. Микрофон у тебя есть? Уходит синяя картинка сначала, теперь пятно. Вот так, да? Понятно это, да? Вот эти 7 лампочек не включаются у нас вообще. И мы переходим на картину, да, Дом Дэвид. И, соответственно, со снегом. На этой картине мы раза три даем снег. Что такое пошло? Марина, что это? Не-не-не-не-не! Это снег, это еще не колыбельная. Это метель. Это Степан выбегает с дровами. Ушел в море и пошел ветер. Да, вот это да. Да, здесь они, значит, выбегают, и все три раза даем снег. И все, Волга кричит, беги-беги. Так, мне в одной побуты, да, треба или повыдно побуты, что она там говорит, не помню. Ну! Все убежали. Убежали. Я опять по поводу кровати, может быть, все-таки имеет смысл метки какие-то сделать? Конечно, да, имеет. Давайте сейчас как раз это сделаем. Господа монтировщики, кто на перестановке выносит кровать Волги? Кто в спектакле делает это? Вы, да? Сердечник работает до... Боюсь, что и видно знает. Не знаете ребе? Боюсь, что и видно знает. Не-не-не-не, свечки на синагоге должны были уйти по этой реплике. Вот. Прописано в программе, да? Значит, это надо будет прочистить сейчас, хорошо? Все, окей. На крышу? Значит, переходим на Анатовку. Так. А, сейчас фонограммочку можно тоже, чтобы она все отметилась у нас в рефлексе? Что? Да, развалы дома, это вот, да, развалы. Там все нормально было, Марин, да? Да. Да, концовочка.
Да, люди побежали, разбежались, ждали. Дома. Что? Звук развала дома, до какой реплики идет? Вот. После, на, с, откуда начинается? Нет, до где микшировать его? Там не до реплики, там до того, как ставят телегу. Ага, а я чуть-чуть раньше микшировала. Хорошо, я поняла, дождаться телегу. Да. Угу. И фончиком звучать. Угу. Да, там хорошо вчера нормально было, то есть надо прибирать, да. Я просто пошел в текст, и я ушла, потому что я боялась их забивать разговор, поэтому я ушла. Ну там просто надо дышать ей как бы. Громче, тише, да, тише на репликах. Угу. Паузу громче, да? Угу. Так, дальше. Выхода Федора. Да, это все понятно, световая картинка тут одна и та же. Да, следующая перемена у нас, вот, собственно, что мы хотели по свету все уточнить, да? Господи, и ты хочешь, чтобы я молчал? Только не... Переходим быстро, но чтобы оно вот как-то пошла, эта картина, а не резко поменялась. Можно еще раз перейти? А можно теперь людей убрать со сцены? Чуть-чуть плотнее, еще плотнее. Ребят, Андрей, отойди, со сцены, пожалуйста, за кулисы. И ты хочешь, чтобы я молчал? Приходи. Вот. Только, что там у вас на моргает голову, да? Сканеры. Мы можем сканеры здесь прописать на 50%, что... А, или там гобок, да? Или что там? В чем проблема? Объясните, пожалуйста. Да, вот это проповедь понятно. Они концентрируют, там они на 100%, да? На 100%. Сделайте 50%, и они тогда не будут вас моргать. Ну, смотрите, половину. Процентов на 30 по линию их надо будет. Нет, да, смело до 50. 40 делайте. Нет, они же отправляют до 50. Ну да. Можно у вас код закат, но без коров прописано. Угу. Есть чистое, да? Есть? Надо поискать. Сейчас, секундочку. Сейчас я найду. Не, ну ладно, лучше, да. Минусовочку, у вас код закат дать уже. А, у меня еще в звуках есть незадействован вальс какой-то. Нет, это что-то такое. Нет, из той музыки, которая звучала в спектакле, Мария. Ну, в спектаклях вот именно в звуках прописан какой-то вальс. Нет, у нас же не было этого спектакля. Не было. Еще... Да. За жизнь вдыхаем, тогда... А можно сейчас? Там у нас это увертюра, я так понимаю. Ну, она почему-то в звуках у меня, не знаю чего. Может, хорошо, пусть она... Пусть кончиком на расход зрителя, негромко. Да, на расход зрителя, хорошо, пусть. Только делать негромко, да? Да. Чтобы они выходили из зала. Да, комфортно. После второго похода. Да. Вот, а еще у меня незадействованы... Можно покажу вашему? Вот эти колокола, вот они нигде не были. Я думала, что это церковь. Чуть-чуть. Нет, этого у нас нигде нет. Нигде нету. И крылья голубей еще, вот взлетающие. А взлетающие голуби, Мария, это после слова «батюшка». Когда Игорь Талилов Теви приходит в церковь, он кричит «батюшка», угу. И после этого взлетают голуби. Полетели голуби, и все, они больше не воркуют или воркуют еще? И больше не воркуют. Ага.